as the United States of America. God bless you all. Есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут забраться, и поздороваться не знают с кем. А вы всех узнали сегодня. Спасибо вам огромное. Живите долго. И желаю всем нам самого главного – мира в нашем доме. Но к вопросу о президентах, на самом деле, ведь когда к вам приехал Путин, это было 1 апреля, вам же не поверили, что... Я с мамой его соединил, и мама до сих пор вспоминает, и Владимир Владимирович при каждой встрече говорит, мама помнит. Мы случайно встретились, и он говорит, какие-то есть вопросы, Владимир Владимирович. Я говорю, если можно, я маму наберу, скажете ей, для нее это... А 1 апреля. А мама тогда еще молодая была, ей еще 90 не было. 88 где-то. Я говорю, алло, мам, сейчас с тобой будет президент разговаривать. Это 1 апреля. Она говорит, сынок, вечер уже. Тебе больше некого разыгрывать. 1 апреля. Я говорю, мам, я тебе серьезно прошу тебя, соберись. Сейчас с тобой будет Владимир Владимирович Путин говорить. Анна Юльевна, поздравляю вас с юбилеем сына. От души желаю долгих лет. Мы вас любим. Мать говорит, мы вас тоже любим, если вы настоящие. А он говорит, тут Галкина нет. Ну, в смысле, пародия. А она говорит, знаешь что, Вова, хватит валять дурака. А вот же Вова тоже, да, кстати. Да, и все. В общем, он все время вспоминает. Он говорит, а помните, Вова, хватит валять дурака. Но зато сейчас маме было 95 лет, и мама получила телеграмму. Вот Владимир Владимирович.